С какими процедурами сочетается фотодинамическая терапия? Конечно же, с травмирующими аппаратными методиками, такими как CO2-лазер, микроигольчатый RF-лифтинг, химические пилинги. Все, что приводит к травмированию кожи. Фотодинамическая терапия запускает своеобразную встряску, запуская процессы выработки коллагена и эластина. Таким образом, мы помогаем восстановить естественные ресурсы и регенераторный потенциал кожи. А значит, мы получаем еще больший эффект от фотодинамической терапии.